пришли, слушайте, время такое, вы откуда? А вы откуда? Я ж вас первый спросил, вы откуда? Я с Квебека, а вы откуда? Ну, у вас тоже в Квебеке светло. Да, а вы с какой части Канады? А я из Торонто. А, вы из Торонто. И как вам Россия из Торонто любится? Да нормально. Нормально. Смотрите, перед вами я с Кизяком разговаривал по поводу атамана Краснова. Не хотите продолжить? Давайте продолжим, без проблем. Ну, вы знаете, кто это такой? Конечно. Генерал Краснов, если мы имеем в виду. А, он генерал? Генерал. Что вас интересует? Скажите, чем он знаменит? Почему ему памятник поставили? Он знаменит тем, что с красным. Нет, я многие, так сказать, коммунисты возмущаются, что он воевал за вермахт во Второй мировой войне. Это, это было такое черное пятно в его истории. А памятник ему стоит совершенно не за это, а за то, что он воевал с большевиками. А, понятно. А его там сносить собирались, что не снесли? Потому что он на частной территории, как могут его снести? Ну как это? Ну призывались снести, но не могут же снести с частной территории. Понятно. Это наоборот говорит. Это США могут. Это наоборот говорит о здоровости общества, что отделяет зерна от плевел. И памятник ставит ему за ту сторону, которая позитивная. Ну, конечно, если справедливости ради, можно указать, что в его деятельности были и негативные стороны, в частности, то, что он воевал на стороне вермахта, это да. Безусловно, да. Это вот было бы вообще идеально, бы, если бы так указали на его памятник. Мне кажется, надо в центре Москвы его памятник ставить. Как вы считаете? Я не понял фразу. Вам что? А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай его. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? Они ж передали в 1922 році в Воронежскую область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят. За это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле, это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Вот и